Всем привет! Сегодня покажу свой день. С чего начинается? Работу чуть-чуть, может быть, покажу. Ну и так далее. Сейчас вот идем к машине. Все. Работаем в поте лица. Вот. Смотрите. Мой рабочий стол. Сейчас покажу. Повнимательнее посмотрите, поближе. Видите, мое рабочее место. Полный срач. Это означает, что человек работает. Если нет срача, значит не работаете. Вот моя табличка грузится. Здесь вот палаточки стоят, в которых я фоткаю. Фотокамеры. Здесь продукты. Некоторые. Вот здесь тоже целая куча лежит. А здесь вот на улице, видите, у нас полянка такая. Там у нас и живет лисичка. Ее особенно зимой хорошо видно. Она вылазит и начинает там мышку ловить. Ныряет в снег. Такая прикольная вообще. Вот так.
сегодня у нас опять жарко, поэтому на обед вот я себе только салатик легенький сделала. Так, салатик в самый раз. Тут у меня помидорки, огурчик, укропчик, масло льняное и моцарелла. И все. А, ну и соль, естественно. А еще перчик черный точно. Во. Приятного мне аппетита! Так, рабочий день у меня закончился, еду за младшим в школу. Ну все, всех забрали. Так кого всех? Санечку. Вон, забрали. Я сам забрался. Я не про тебя. Упс. Сейчас поедем в магазин за мясом. Будем опять шашлык делать завтра. Вот. Так что едем в Глобус. В Глобус, да? В Глобус. Синенькие шильдики повесили. Обязательно кладите, как эти часики парковочные. Парковочные часики вот эти вот. Иначе это будет очень дорого вам стоить, если не положите. Я уже так однажды не положила, и потом мне штраф пришел. 20 евро. За то, что часики не лежали. Саня, у тебя пупка не слипнется? Ничего себе! Что можно купить в Глобусе на 50 евро? Видно, нет? Короче, 52 евро вышло, еще плюс мы фант отдали. Только у нас... Стой. Мясо, да? Стой. Вот. Мясо где-то 16 евро. Что у нас тут? Там тушенка, лучок, сметанка, несколько йогуртов.
Мясо, два шампуня. А, еще расчесочка. И пиво. А, еще тесто вон. Еще тесто. Вот. Чек. Ай. Булочки. Он штокброд будет делать. Угу. Для штокброд. А как это по-русски штокброд? Хлеб на палочке? Хлеб на палочке, да. Ага. Под немецкий также называется. Масенькая сумочка такая. Ну там мясо в основном. Ну да. Все, наконец-то едем домой. Буду мясо мариновать на шашлык. Смотрите, какие тут цветочки у нас растут красивые.
точно 3 килограмма взял? 3200. А что? Ну, что-то такие кусманы здоровенные. Не, там было чуть больше, он говорит, ну, отрезать или оставить? Не, нормально. Я думаю, в самый раз. Ну,